Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Asus ROG Phone 2. И сейчас я покажу вам, как включить 120 Гц на этом устройстве. Открываем приложение «Настройки», выбираем пункт «Экран», затем нажимаем на кнопку «Частота обновления» и выбираем пункт «120 Гц». Вот и все, теперь наш экран работает плавно. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока!